белая мебель и окна, отремонтированный пол и потолок, свежевыкрашенные стены. Отделение почты на Речной 2 в микрорайоне Ферсановка кардинально сменило свой облик, как внутри, так и снаружи. Постоянный посетитель почтамта Ирина Абросимова оценила обновленный интерьер. Я здесь получаю корреспонденцию, которую выписываю, плюс посылки, которые заказываю, мне сюда приходят. Стало очень хорошо, светло, уютно, и девчонкам хорошо работать, и местом больше стало им там двигаться, а то было вообще, они вот так между стеллажами ходили. Так что очень хорошо. Всем понравилось, почтальоны тоже все довольны. Оценить ремонт почты приехал глава Химок Дмитрий Волошин, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, лидеры движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» Михаил Раев и Елена Андреева. Конечно, это не сравнится с тем, что сейчас. Ремонт провели в рамках губернаторской программы модернизации почтовых отделений Московской области. 7 отделений мы ремонтируем. Вот, в частности, из муниципальный бюджет был выделен на это помещение, мы его средствами города отремонтировали. Так программа губернатора, и он давал вот такие задачи. Это по всей области десятки почтовых отделений ремонтируются, и мы в том числе с нашими 7 отделениями. Мы видим, что здесь все чисто, аккуратно. По словам Михаила Раева, это почтовое отделение работает с 1961 года и пользуется большой популярностью у местных жителей. Население Ферсанки сегодня порядка около 5000 человек. Естественно, летом это увеличится до 25 тысяч с дачниками вместе. Но, конечно, Почта России, она должна соответствовать своему званию. Вот я считаю, что все сделано очень красиво. Самое главное, удобно и клиентам, и людям, которые работают на данном месте. Получать услуги теперь можно с комфортом, отметил директор химкинского почтамта Дмитрий Дмитриев. А в будущем здесь еще появится система управления очередью. Ее будет регулировать автомат с талонами. В силу определенных там недостатков планировочных решений и так далее, невозможно было представить полностью весь спектр услуг, то сейчас, вот после ремонта, таких возможностей становится значительно больше. Это, например, реализация розничных товаров. Также в Химках будут отремонтированы почтовые отделения на улицах 9 мая, Чапаева, Новозаводской, Северный, Планерный и проспекте Мира. Закончить ремонтные работы планируют до конца августа.